Всем привет! С вами Серега, и у нас сегодня в гостях акустическая гитара Baton Rouge модели TLA-D. Поехали! Итак, давайте-ка же посмотрим, из чего эта гитара у нас сделана. Верхняя дека сделана из массива немецкой ели. Обечайки, задняя дека, внимание, ольха. Гриф сделан из клена, накладка, бридж, эвкалипт. Теперь давайте поговорим о звуке этой гитары. Что можно о нем сказать? Благодаря сочетанию дерева верхней деки из массива ели и задней деки из ольхи, гитара обладает сбалансированным, сочным и характерным для себя звуком. К тому же эта гитара достаточно громкая, плюс обладает насыщенным низом и звонкими верхами. Что касается внешнего вида и сборки этой гитары, все выполнено на высшем уровне. Смотреть и держать ее в руках просто невероятно приятно. Эта гитара подойдет не только начинающим гитаристам, но и профессиональным музыкантам. Выглядит дорого и звучит точно так же. А что думаете вы по поводу этой гитары? Оставляйте нам свое мнение в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами были мы, я, Серега, Baton Rouge. Всем пока! Угу. Стоп! Там двинули гитару. Ага, видно. Обидно. Это Серега. Это я. Местами.